Всем привет, ребята, вы на канале Наримария РБ, и вы уже, по-моему, по мне соскучились. Кстати, я забыла представиться, меня зовут Мари, то есть Марина. Сегодня мы будем играть в кое-какую одну игру, которая называется I'm Training MM2. Как вы думаете, что это игра? Узнаете об этом чуть-чуть попозже. Но перед началом этим роликом, пожалуйста, поставьте лайки и подпишитесь на свой канал. Что ж, ну я сделаю еще свое интро, поэтому вы можете посмотреть мое интро, но я не буду задерживать вас, и вы поскорее будете смотреть этот ролик. Давайте. You turn into your enemy. I see. I wanna talk about it. Короче, я зашла в эту игру, и вы только посмотрите, что здесь такое есть. Короче, начнем с мильбазы. Сначала я вам все покажу и расскажу. И вот здесь вот все базы, которые находятся в MM2. Вот здесь вот кнопка тренажер для ножей. Если вы нажмете, вот здесь вот будут все тренажеры для ножей. Здесь есть типикал и ордер, которые даже нету в MM2. Один на один убийца и сожжение. Короче. Вот, вижу еще. Если вы нажмете снова на эту кнопку, там будут тренеры оружия, если вы нажмете, вот очень много всяких. Это типа вы будете играть за шерифа. Дальше. Вот здесь вот косметика. Выбрать можно свой пистолет на выбор. И не только пистолет, еще и ножи. А здесь есть эффекты. Вот я, например, возьму радугу. Вот здесь вот миг можно. Короче, мы можем здесь сделать. Ой, никнейм, короче. В общем-то, сейчас я напишу никнейм, который я знаю. Написала. Что ж, и теперь то, что я знаю. А, нет, лучше я оставлю Roblox. Тут будут как будто NPC, поэтому не переживайте. Это не настоящий MM2. Здесь вот всякие вот эти вот футболочки, эмоции. Это наусет какой-то, inside effect, морфинг и так далее. И тут мод можно задонатить. Ну что ж, приступим к игре. Начало. Мильбаза, движущаяся за спам-джампером. Блин. Я не попала? Я не попала? Погодите. Я не попала разве? Уф, 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 меня спалили. Почему? Как вы думаете, это нечестно или все-таки честно? Потому что я ненавижу таких спам-джамперов в MM2. Но я в эту игру еще не умею играть, поэтому я зашла сюда. Да ты там скоро будешь не прыгать. Да какого фига ты меня бесишь? Эй! Да! Я прибила его! Победа! Так, ладно, хорошо. Дальше, погоня за спам-джампером. Нажимаем. Ой, я карту изменить забыла. Меня сейчас убьют! Меня сейчас убьют! Меня сейчас убьют! Меня сейчас убьют! Что делать?
вот здесь вот. Вы не представляете, какой это чел тупой большинство. Вот, вот так можно залезть, но как бы в настоящем ММ2 это будет очень легко. Спам-джампер книфтовый. Уф. Какого фига, что я забыла, он кидается ножами. А, блин, попробуем еще раз. Если честно, мне страшно. Ой, победа! Не ожидал меня видеть. Окей, ребята. Дальше. Тут есть погоня еще. А, да как? А, это так легко, и господи, какого фига я не заметила. Но это легко очень. Потому что он не спам-джамперит, как в прошлый раз. Дальше. Перемещение. То, что этот тип людей, который меня совсем не замечает. Но это как бы это очень легко. Ничего такого классного. Ой. А здесь немножко сложнее задача будет. Он в меня даже нож не кинул, и я сразу его прикончила. Так, стоящий неподвижно. Это тот тип, который АФК, который еще не двигается. Вы только посмотрите на него. Если подойти к нему слишком быстро, все равно слишком близко, то есть, извиняюсь, то он все равно не будет нас атаковать. Он просто будет вот так вот ножом. Как будто он кого-то убивает. Поэтому это очень легко. Что ж, я убила Мардера. Дальше. Кемпинг. Теперь мы будем все-таки кемпером. Спам. Прыжки кемпер. Короче, то, что нам сразу теперь пистолет не дают, потому что нам придется вот так сделать. Оф, чё ты на меня так... Чё ты на меня так отреагировал? Ребят, help me. А, вот что будет, если спам-джамперить, поэтому... Боже, чел, ты проиграл. Что ж, дальше. Офис 3, и дальше... У нас будет снова режим кемпера. Как вы думаете, что будет вот здесь вот? Хорошенький челик. А, нет. Так, вот здесь вот. Типа самый-самый-самый крутой. Ты так плохо отреагировал. О май. И вот, реалистичный кемпер. Для меня это очень сложно, но я попытаюсь как-нибудь сделать так, чтобы я его прибила. Сначала мне нужно найти этого чела. А вот и он. Что? А, ну да, он же реалистичный кемпер. Как я забыла? Как за... Надо с этой стороны обходить. И тут вот что будет. Эй. Ох! О! Да как ты... Да как ты... Короче, я никак не могу пройти реалистичного кемпера, поэтому мы просто-просто-просто-запросто делаем так. И это очень бесит. Вы только на него посмотрите. Он за стенкой, и он кидает нож. Это немножко будет... Легко. Он не ожидал меня видеть. Хи-хи. Дальше. Спам-джампик. Опа, я чуть не спалилась. Он просто ножи кидает, и я чуть не попалась. Окей. Тогда
Что мне с этим делать? Так близко, но экспотис это типа он очень быстрый, и я это не могу никак пройти. Дальше тренажер для ножей. Вот здесь вот. Сейчас я кину в него нож. Ха-ха, победа! Ха-ха-ха! Дальше, chasing target. Дело в том, что мне нужно аккуратнее. Упс. Я спалилась. Что ж, и теперь попробуем на самой последней карте. Один на один убийца ММ-2. Что ж. Как это так получилось? Я не поняла. Нужно попробовать еще раз. Ну-ка, где это чел? Где это чел? Так вот где он. Легко и просто очень. Ты че застрял, челик? Я сейчас в тебя нож запульну. Сейчас, погодите. У меня не получилось? Вот, а теперь получилось. И последнее это сожжение. Это типа я невиновная, и этот вот че. Ребята, он даже про мою нычку не знает. Или знает? Короче, этот челик что-то делает-то. Короче, вот здесь, для тех, кто не знает, есть такая вот нычка от Мардера, называется, то есть в карте, которая называется End Studio. Вы можете вот здесь даже спрятаться. Для тех, кто не знает, я показывала, я раньше об этом не знала. Здесь компьютеры, такие вот автоматы. Ой. Ай. А что будет, если... Чё, не ожидал меня увидеть, челик? Ребята, огромное спасибо за просмотр. На этом видео заканчивается. Пожалуйста, можете, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк. Если вы не будете этого делать, то я... Заброшу свой канал, да, и это очень плохая примета, так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, в общем-то, до новых встреч.